страны на русском радио. Опаньки! Привет, дорогие, привет, любимые! Здорово, замечательные! Давайте просыпайтесь к нам, присоединяйтесь! Это главное на главном! Русские перцы на русском радио, здесь находится Дима Морозов, Полина Жукова, меня Антон Юрьев зовут. Здорово, страна! Привет! Доброе всем утро! Ну и, конечно, как мы уже заявляли, сегодня весь день вас интриговали тем, что к нам в гости в 10 часов придут они. У нас сегодня двойная доза движа. Больше танцев, больше счастья, больше радости. И чила, и движи. Эксклюзивно здесь кто? Конечно же, Филатов и Кэра! Доброе утро! Всем привет! Здрасте! Ну, слушайте, как аплодисменты звучат. Это вот ваша армия фанатов там за окном стоит. Да они записанные, кого вы обманываете. Ничего здесь настоящего нет. Антон вообще картонный. Понятно. А я-то думаю. Спасибо, что не штопанный. Отлично. Антон, зато ты плоский. Я О, это комплимент. Начинаем утро с комплиментов, понимаешь? Узкое радио, да. Узкое радио, плоский Антон. Хорошо. Да. Ну, во-первых, мы вас хотим поздравить, ребят, с тем, что мы вам вручили золотой граммофон. Спасибо. А мы вас поздравить с тем, что вы нам его вручили. Да. Так, давайте же закончим эфир, пойдем отметим. Ура. Как это будет? Для тех, кто не видел, можно будет в воскресенье на Первом канале посмотреть. Да. Если нас не вырежут. Да, Кэрос там голый. Ну, давайте сразу сходу напомним песню, за которую вы получили, собственно, золотой граммофон. Вдруг вы ее забыли просто, понимаешь? Мы старенькие уже, все, память не та. Итак, на сцене русского радио диджей Филатов и диджей Кэрос с композицией «Движ». Кто не смотрит прямую трансляцию, дорогие друзья, ой, мы сейчас как наплясались, затанцевались. Что здесь Кэрос выдавал? Мам, ты родная. 27 оборотов в нижний брейк. А можно я сейчас начну с благодарности? Давай. Филатову и Кэросу. А благодарность от всех радиоведущих, которым есть место в конце песни, где можно выйти и что-то сказать красивое. Спасибо, мы на это и рассчитывали. Вот. Ну и от ведущих тоже, понимаешь, есть место на сцене, когда выйти и сказать что-то после вашего выступления. Уже радость. А у меня есть вопрос. Почему вы сюда приходите без девчонок? Их вроде зовут Алаида и Дарья. Алаида. Это новая уже. Алида, да? Алида. Не, Алаида круче. Алаида это... Есть Адалаида, Алаида. Лампа Алаиды. Потер так, будто это нейтрализовалось. Удобно. Слушай, ручную кладь можно взять ее с собой. Они тоже картонные, да? Как ребята, вы пытались уйти от вопроса. И что, и почему? Давайте посчитаем количество микрофонов у вас в студии. Давайте посчитаем. Не, мы можем поставить, у нас еще есть. Если ты гарантируешь, что девчонки приедут, я уйду в отпуск. Давай. На этот эфир, понимаешь? Мы готовы. Я думаю, что они тоже. Будет. Они вообще принимают участие в творческом процессе? Они просто рано вставать не любят. Ну, понятно. Да, это же краситься надо. Но это по-джентльменски, на самом деле, да, девчонка, выспаться, молодцы. Я предлагаю к Полинке их отправить на курс, как хорошо выглядеть с утра. С удовольствием. Да. Я могу рассказать. Я думаю, что Полина встает ночью где-то в 12. Да, да? Я не ложусь просто. Да, и ложишься уже после эфира. Конечно, так и есть. Пьет кровь и спирт вверх. Кровь и спирт, точно. С болтать не смею. Кровавая Полина, это новое, это самый коктейльчик. А мы для вас только что кружочек в телегу накатали, вот, потому что здесь Филат Фан Кэрос у русских перцев прямо здесь. Да, так, доброе утро. Прекрасная зимняя забава, ходить в гости к русским перцам, согласитесь? Да, и катать кружочки. Так, а новогодние? Такие новогодние кружочки. Так, Дима, Леш, расскажите нам, пожалуйста, вот мы сегодня отмечаем День снежных ангелов и Всемирный день сноубординга. Любите ли вы зиму так, как любим ее мы? Мы любим сноубординг, я люблю, Леха, больше по лыжам. А снежный ангел — это когда ты вот в этой жиже лежишь и руками машешь, да? Да, да, да. Ну, вот это вот не очень понятное развлечение. А подожди, а ты не делал вот это развлечение? В прошлом году было модно, когда ты лицом в сугроб, потом ты отклоняешься, и как бы твое лицо, вот этот отпечаток, он за тобой... Слушай, я это делаю вне зависимости от времени года. Это скорее от состояния. Снег там, дождь, пофигу. Салат, неважно. И зависит от вечеринки, опять же. Да, чем лучше вечеринка, тем удачнее получается слепок. Главное на свиной ферме этого не делать. Свиноферма? Да. Там хорошая идея. Не очень получится. Ну, не первый раз нам окунаться в дерьмо. Заметьте, не мы это сказали. А у вас есть какой-то совместный досуг? Имеется в виду по свинофермам-то? Да, типа того. Не, мы, ну, слушайте, мы регулярно ездим на лыжах кататься. Да. Я-то просто смотрю, это самое, на твоего коллегу, да? У меня ощущение, что он больше предпочитает финские сани. Что он такой в пледе, знаешь, под музыку из «Крестного отца», ты ведешь его по парку тихонечко, вот этот. Не-не, кстати, он несколько раз в неделю в хоккей играет, так еще на секунду. Да ты что? На полном серьезе. Ты вратарь? Нет, вратарь. Почему это я вратарь? Потому что вратарь. Он говорит! Наконец-то что-то сказал.
Так, Леш, давай, рассказывай, что ты там делаешь? В хоккей. В хоккей играю я либо в нападении, либо в защите. Как тренер поставит. А есть у тебя какой-то счетчик твоих шайб? Ну, это есть в лиге счетчик. Там, а в лиге? Под моей фамилией. Ты в КХЛ играешь? Ни в какой КХЛ. Не до КХЛ, как это. Я уже старый для КХЛ. Да ладно, брось, нормально. Нет, в трудовых резервах. То есть то, что ты мелкий и жирный, вообще не имеет значения, да? Просто то, что старый. Значит, а там в форме не видно. Мужчина, я попросил, мелкий и жирный, здесь я. Пальму первенства забирать нельзя. Он высокий, красивый блондин. Кучерявый, наверное, немножко. Ладно, раз мы поговорили про игры, давайте еще и поиграем в нашу фирменную игру. Она у нас скоро состоится. Мы вам раздадим сейчас листы. Точки, да, с мини-викториной. Две там анкеты. Будут... А вы должны переписать свою квартиру на Диму. Играть! Отвечайте на вопросы. Да, у нас ведется видеотрансляция, и сейчас все зрители увидят, что у каждого мы из вас раздадим по анкете, вы ее будете заполнять, не подглядывая, не подсматривая, потом мы у вас ее заберем и уже потом поиграем. Вот такие госуслуги, понимаете? Да, действительно, сейчас будем играть. Вот такая вот игрушечка. А что ты меня так смотришь, да? Без подставы какая-то очередная. Вы же не просто так ответили на вопросы нашей виктории. Я отвечал просто так. На самом деле мы искали вот эту девичью фамилию вашей матери, вот это для банка. Все нашли. Для банка чего? Чтобы банка вскрыть спермы? Социальные сети. Окей. Чтобы вскрыть ваш банковский счет. Итак, мы теперь правила знаем. Давай правила объясни, чтобы ребята точно понимали. Хранителем ваших секретов является сегодня Полина Жукова. Мы хотели узнать, насколько вы хорошо друг друга знаете. То есть вы ответили на вопросы нашей мини-викторины. Ты первый раз сегодня увидел. Мини-анкеты. У каждого из вас были вопросы про другого. И вот сейчас настало время узнать, совпали ли ответы с реальностью. Да. Будем отвечать по очереди. Пойдем по анкете. Итак, первый был вопрос. Любимый русский исполнитель или группа? Любимый русский исполнитель или группа? Да. К примеру, давайте просто озвучим по радости. Да? А как ты думаешь, мой многозначительно говорливый друг, какой у твоего коллеги, месье Филату, да, значит, любимый русский исполнитель? Или группа? Да я ж писал-то. Ну, а кому что-то написал? Филатов и Кэрос. Да. Слушай, и так же и у Димы. Да. Да что ж вы такие неприличные-то, понимаете? Ну, как вот так вот? Ну, а кого еще? Кого? Ну, какие вы скромные, ребята. Ну, кого? Киркорова писать? Кого? А Киркорова слушать. Вот сами и слушайте. Хорошо, следующий вопрос. Какое у вас любимое блюдо? Я написал, что у Лехи борщ. Да. Ага. Я написал, что у него сыр. А на самом деле? Ну, плюс-минус попал. Да? Любимое блюдо. Борщ с сыром, да? Нет, ну он просто каждый раз, как мы куда-то летим, в любых местах. Я ему даже предлагал завести инстаграм, который назвать «Борщевик», и делать обзоры борщей, потому что он везде берет борщ. Слушай, инстаграм запрещенная в России организация. На самом деле то же самое. А, да точно такое нет. Одноклассники тогда. А подождите, еще и это самое, борщ наполовину запрещенный в России суп, да. Господи. Погоди, а сыр, это просто сыр или сырная тарелка? Да все из сыра, вот на основе сыра все что угодно. Ты что, опять угадали? Получается, что да. Они уже бесить меня начинают слегка, понимаешь, они выигрывают. Так. Я думаю, следующий вопрос, он такой коварный. Как звали вашу первую любовь? А это вообще вот не отгадали никак. Нет, ну ты скажи, как... Я просто так написал. Фаина я написал. Фаина? А знаешь, что написал про тебя твой коллега? Что твою первую любовь звали Джузеппе. Я просто... Ты поэтому теперь молчишь? Нет, это Джузеппе из Карла... Попал, понимаешь? Нет, это тот самый Джузеппе из Карла Колоди. Да. Который Буратино вытащил. А Фаина это, в смысле, группа «На-на». Без понятия, да. Хорошо, понятно. Ладно, следующий вопрос. Но засчитаем это как победу, поражение? Как никак, да. Никак, да. Как вы записаны друг у друга в телефоне? Так, Леш, как записан Филатов у тебя в телефоне? Филатов Дима. Филатов Дима. Так. Какой ты прям... А знаешь, как ты записан? Леша, Кэрос, что-то там. Начальник. Нет, это как я у него записан, да, типа я думаю. Я хотел бы уточнить, как у этих людей получаются такие изобретательные ремиксы. Просто интересно. Дима, Леша, нормально, привет. Начальник. Ладно, хорошо. Начальник. Начальника. Начальника, да, и зарплата, гонорара тут пришла. Так, в итоге кто как чего? Как вы записаны друг у друга? У меня Леша Кэрос. По-русски, по-английски. Нет, ну что ты вбивал там, соответственно, с латиницы или с кириллицы и каждый раз попадал. А у тебя, Леш? А у тебя? Дима Филатов Дима. Филатов Дима. Понятно, ну значит, слушай, попали почти. Слушай, никто такого в телефоне у себя не записывает, в отличие от тебя, честно. Так, ладно, ну и хорошо. Последний вопрос, номер 5. Историю, за которую вам стыдно. Вот здесь рассказать надо. Давайте. По моему мнению, у него таких историй нет. Угу.
Это у меня должно быть их 1000. Он кристально чистый. Да, вот посмотри на него. Да. Него может... А на него даже банки за кредитную историю молятся, я понял, да. Думаю, да. Это, кстати, у нас, знаешь, там типа приходит какой-нибудь банковский перевод сейчас из-за границы роялти там за треки. С него вообще ничего не спрашивают. Мне говорят, а что за деньги, докажите их происхождение. У него не спрашивают. Да. При том, но что они смотрят его, даже его не доверчивые видят. Глаза и все понимают. Ну, наверное. Вот там настолько это флюиды, знаешь, что они через как-то через приложение банковское это видят. Ладно, товарищка, разделитесь позором Дмитрия Филатова. А я написал «Жизнь». История жизни. Не жизнь, а сплошной стыд. История, за которую стыдно. Жизнь. Да. Честно говоря, вот через какое-то время, когда уже вы станете просто мастодонтом или через 80, я бы не доверял бы ему писать про тебя книгу. Поэтому я ему не доверяю говорить, поэтому он все время молчит, понимаешь? Ты смотри, а. Вот раскрыли секрет. Легендарная игрушечка «Минутное дело» превратилась для звезд российского шоу-бизнеса в секундочку. Но поэтому сейчас, дорогие друзья, задача усложняется. 5 композиций мы для вас выбрали. Легендарная игрушка, нее... сказал Антон, и достал что-то резиновое. Да-да, на батареек просто нету. Вот, из нее, естественно, из песни, из каждой оставили только одну секунду. Все, один сэмпл, один крик, один... И вам необходимо угадать, либо напеть. Да, изи для тебя или для коллеги? Для коллеги, для меня тяжело. Ну что ж, наконец-то игрушечка для тебя, Занька. Я ему мысленно передаю, он отвечает. А у вас еще и телепатия настроена. Да? Ну хорошо, тогда Димка к командой. Итак, первый фрагмент, слушайте внимательно. Мы два раза не повторяем, не повторяем. Это дискотека «Авария». Что это за диджей, что это за клоун? Это супер диджей! Я чувствую, игра приобретает интересный оборот. Сразу понимаешь, 1-0. Да. Ну что ж, давайте 1-0. Вторую композицию тогда уж что там. Прям вот так сразу? Да. Да. Ну ладно, слушайте внимательно. Это Зиверт. Я думаю, нужно в следующий раз, когда ребята придут, а придут уже через месяц, надо взять и просто вместо «по любви» сказать «па!» Все, вот, да. Хватит. То есть потому что будет... это и будет секундочка. Доля секундочка. Да. Вот. Не ожидали мы, что будет так все быстро. Ну ладно. Следующий фрагмент номер 3. Слава тебе. Ну хоть задумались, это уже хорошо. Ой, Лёх, по-моему, знает. А чё, ты как три раза повторяешь? А мне очень нравится сэмпл. Сэмпл? Из интернета скачал? Из интернета. Умничка. Ну что, никаких мыслей нет. Это что-то на русском. Да. Это, да, конечно. А знаете, что я подсказку дам? Вот Лёшка сейчас пьет воду, а там этого точно нет. Да, это что-то даже на бандеросовском. На бандеросовском? Бурит, что ли, как? Нет, да? А, Шуга, точно. Шуга. Ну, честно, это с подсказки. Ну ладно, нормально. Может быть, когда-нибудь. Хотя песня мне нравится. Может сказать, Гарик, я выйду из русского радио и возьму это себе пацана в балет. Я мне танцевать мог. Вот. Примерно завтра. Да, 3-0. Вы выигрываете. Поехали следующий. Четвертый фрагмент. Шорох Гравия, знаменитый румынский певец. Может, он напоминает мне, что на окраине. Это Кристина Орбакайте. Да. Без тебя. У меня такое ощущение, что они оба работали в первой грамзаписи «Мелодия», понимаешь? Крутили пластинки, как только они появились. Я хочу. Но... Я хочу! Удивляй тогда, Димуль, давай. Ну, здесь я уже не знаю, чем удивить. Ладно, давайте я сейчас найду. У меня здесь в загашнике это есть... Это Филатов и Кэрос. На опережение. В загашнике? Ну, вообще... Это какой-то новый сайт, откуда скачивают музыку? Загашник.ру? Загашник. Интересно, да? Ну, видишь, я угадал до того, как ты поставил. Ну, теперь давайте спойте ее. У нас специально обученная женщина для этого. Они не могут петь без Аделаиды, понимаешь, как бы. Должна быть Аделаида. Аделаида. Не, здесь Маша поет. Ага. Ну просто послушаем. Да, да. И поплачем мы. Знаете, я даже предлагаю послушать стоя. Да ладно, садись. Да, потрясающе. Ну, так... Моя любимая песня, между прочим. Вообще, я хочу сказать, что мы так быстро тебе, никогда газа, не да. проигрывали. Мы? Мне как-то обидно. Почему? Даже. Мы проигрываем каждый раз, когда приходят гости? Нет, не всегда. Практически. Ну, тут как-то очень быстро. Не было такого вот опять. Игры свои там не путай с этими. Да я не про эти. Нет, на самом деле мы в Боруссии тут недавно. Грустная новость для русских перцев. 5-0 в пользу Филатова and Кэрс. Для них-то это весело. Они, как всегда, выигрывают ротацию на русском радио. Чего уж
же там нет. Да. 10.43, глазенько протри. Филат Фенхера здесь, а это счастье просто. Счастье. Большое. Счастье музыки. Большое счастье, но большая грусть нас, на нас накапывает. Большая грудь на нас накапывает. Ну, не знаю, не знаю. Вот одно большое счастье в кепке, а второе маленькое, лысенькое в очках счастье. Подождите, подождите. Большая грудь тоже будет. Ну, попозже чуть-чуть. Попозже. А почему попозже? Попозже. Ну, в воскресенье. Ну, давайте узнаем. Семенович, что ли? Дембельский альбом. Нет, нет, Андрей Макеев! Ребят, ну просто так быстро пролетело с вами время, поэтому я говорю, что большая грусть накатила все-таки. Да. Ну, время ее откатить, и уже пора... Хотя нет, накатывать будет пора уже 31-го, по-моему, да? Да можно и с сегодняшнего дня уже начинать. Главное, не произноси фразу «пора на покой». Вам еще точно не пора туда. Сразу видно, что человек из шоу-бизнеса. Откатить. Умничка, умничка, умничка. Какие планы у вас ближайшие? Накатить. Накатить, раз. Да, еще. Да. Да нет, ну... Новый год где вы будете встречать? А, слушай, у нас слетел новогоднее мероприятие, поэтому мы сейчас вот в непонятках и думаем, что где-то вот на даче, наверное. На даче? Ёлку нарядим. Ты там, нормально что-то. Сейчас слушают все организаторы. Ребят, у них 31-е, слетело. Давайте и звоните. Слава богу, знаешь, и слава богу. Слава богу, это коллеги тут многочисленные говорят, слава богу, слетело, а у нас есть работа. Поэтому, ребят, Филат Фанкерс на новогоднюю ночь свободны, поэтому сделайте им приятное просто... 352 клуба, как это было раньше. Вот, а в 23.35 ты начал в 5 утра, а значит, Алёха несет Диму на руках. Говорит, хватит! Вот это, пожалуйста. Так, когда нас вас ждать с новым хитом? Я думаю, что где-то в конце января, в начале февраля, ну, или в середине февраля мы к вам придем с презентацией новой работы. Мы как раз сейчас с Антоном договаривались по поводу записи оркестра. Да, да, потому что никто не знал, а я на скрипочке играю. На кожаной. Ну и не забываем, дорогие друзья, друзья, что уже в это воскресенье, 18 с лишним, будет на Первом канале эфир. Да. Золотого граммофона. И можно будет посмотреть, как русские перцы вручают Филатову и Энткерасу золотой граммофон. Если нас не вырежут, потому что нас любят вырезать из эфира Первого канала. Да ладно. Нас-то точно не вырежут, поэтому вы с нами за компанию. Так только вас и покажут. Посмотри на эту самонадеянную девочку. Нас-то точно не вырежут. Вот, монтажеру Первого канала огромный привет. Да. Ну а сейчас привет Андрею передаем Макееву, который уже появился в этой студии. Привет, доброе утро. Привет. Андрюх, это правда, что под Филат Фанкерас ты в первый раз поцеловался? Да, нет, мне было 35 лет. 35! Диджей русского опять, молодец. Слушайте, ну что, мы на выходные уходим под музыку, в общем, с нашими любимыми диджеями. А сегодня же пятница. Да. Ура. Будем чилить. Привет, проснулся, да. Будем чилить. Будем чилить, и как ты сказал, это на расслабоне, на пол. Дорогие друзья, это «Русские перцы» были здесь, уходят на выходные до понедельника. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев, Филат Фанкерас. Вам оставляем Андрюху Макеева. А еще понедельник у нас 23 тысячи рублей, которые мы хотим кому-то отдать. Антон, не забывай. Конечно, не подробности на rusradio.ru. Все сказал? Все, да, все, пока. Отлично, пока. Пока, да, до понедельника.